Здарова, товарищи! Сегодня у нас морская полезна. Еда. У меня мини-каламари. Все то мы вытаскиваем. Каламарчики режем просто наполовину. Голове не бросаем. Это считается таким деликатесом из каламара. Все это в сито, дуршлаг, шумовку, чего у вас найдется. Потому что каламар полный воды. Пусть уйдет сва вода. Классически, как делается майонез, уже сами знаете. Возьмете яйцо, белок вытащим. Желток добавим в миксер. KitchenAid называется. Три желтка нами решат ситуацию. Затем возьмем горчицу дижонскую. Включим наш миксер. Получили мы майонез. Сейчас мы в майонез добавим чуть лимона, чтобы он стал светлым и, конечно, вкусным. Затем добавим еще немного соли. И включим. Получилось это все такое густо. Сейчас мы возьмем нож, порежем немного зелени, добавим в нашу чашку зелен, немного каперсу. Вырежем чеснок, 4 зуба достаточно. И возьмем 2-3 корнишона, все это мелко порежем. Добавим корнишоны в наш соус. И это все ставим в блендер. Все надо хорошо пропустить. У нас есть блендер KitchenAid, в который мы добавим чуть-чуть сухого вина. Потом мы сюда добавим наш майонез, чеснок, корнишоны. Сейчас мы это все пропустим, чтобы у нас получилась такая однородная масса. Соус у нас готов. Когда хотите жарить каламары, не надо никакой кляр, не надо ничего. Сами-сами вкусные каламары. Это когда вы добавите сюда муку. Перво включите плиту на самый сильный вариант. Не добавляйте оливковое масло, оно больше густо. И не как у фритюрницы, чтобы было много масла, а просто чуть-чуть, чтобы оно сделало корочку. Так каламары с одной стороны будут хрустящие, а внутри останутся такие мягкие, сочные, то что надо. Берете процеженные каламары, не много, а то масло прохладаем, никакой кляр, просто мука. И так рукой, посмотрите, если будет много муки на наших каламарах, мука становится черным и не будет то. И каламары, значит, не мешайте, а просто так пошевелите кастрюлю. Обязательно ставите одну тарелку с каком-то бумагом, салфетком и так дальше, чтобы каламары выпили лишний жир. Выключим плитку, каламарчики готовы. Так, ставим здесь, пусть салфетка выпьет все лишнее масло. Возьмем немного перчика, накрутим. Выложим все в тарелку. Можно это подавать под вино, под чего хотите, как закуску. Можно залить и соус сверху, кто хочет. С вами были Серж, ТВ Джем. Спасибо. Чао.